Мне кажется, что я знаю цену свободе слова. Я дважды за нее сидел в тюрьме. И я думаю, что это было не напрасно. Я уверен, что это было не напрасно. Да, наши статьи – это капля в море. Но разве не из капель состоит океан? Наблюдаю на то, что в России не существует свободы слова, свободы прессы. Моих коллег убивают, преследуют. И мы помним имена убитых. И мы знаем, что их дело не прошло напрасно. И мы должны это дело продолжать и дальше.